Бумер ругается. Вот так сижу я в чистом озере. Как вы видите, ребята, встал я по самые не хочу. Вот так вот, если здесь посмотреть, тоже можно. Вот моя собака стоит, ждет помощи. Помощь где-то рядом. Ну, не дотянул немножко до конца, но бывает. Вот, берег там вот далеко. Ну, как бы не совсем далеко. Вот, нужно сейчас задумываться о покупке новой резины. МТ. А то мои АТ что-то не плавают совсем. Вот. Глубина тут такая как бы приличная. Вот если видите, можете заценить. Примерно это все выглядит вот так. Вот. Не знаю, сейчас вас опущу на дно. Посмотрите, там как. Вот. Выплыли. Так, едет помощь. Едет какая-то помощь. Вот едет братан на Вранглере. И мой друган, который в прошлый раз на Сузуки застрял, на квадроцикле. Ну, Вранглер должен наш вытащить. Вранглер дело серьезное, поэтому будет все нормально. Все, счастливо всем. Потом расскажу, что было дальше. Короче, мне так кажется, не суждено мне сегодня вылезти из этого озера. Врангер что-то сломался по дороге. Чего он сломался, хрен его пойми. Он стоит с открытым мотором. Эх. Может, моя собака меня вытащит, а? Всем по приколу, кроме меня. О, завелся, Бранко. Что он делает? Обстреливают. Нас обстреливают. А мы стоим на месте. Даже Врангер нас взять не может. Вот так. Сейчас забуксовал Врангер. И так вроде по-серьезному встал. Ну, попытка номер два. Опять стреляет. Вперед, вперед, езжай сюда. Дакси, дакси.
сел, сел, сел. Как я вижу, Марка будет здесь. Андрей, это у нас Чип и Дейл, бля. А на Врангелеса МТ стоит. Все, засел он. Андрес, вытаскивай его, он засел. Вытаскивай его, он встал. Вот так мы развлекаемся, ребята. А вот там моя собака. Домой уже хочет. О, лег полежать. А вот сейчас будет интересно. Сейчас поплывет Врангель. Посмотрим. Далеко ли он уплывет, нужно окна выставать. Или назад? Сейчас джип пробую снимать, точнее вытаскивает назад, не идет ни хрена. Короче, будем вызывать спасателей.